But opposition politician Alexei Navalny is in a coma in a Siberian hospital with suspected poisoning. He was returning to Moscow when he fell ill during the flight. His plane made an emergency landing in the city of Omsk. Navalny's spokeswoman says that he's now in intensive care and is on a ventilator. He fell sick almost immediately after boarding that plane in the Siberian town of Tomsk. Eyewitnesses say that he was screaming, and then he lost his consciousness in the toilet, after which the plane made emergency landing in Omsk, where he was urgently hospitalized. According to his press secretary, Kira Yarmysh, he had nothing but tea in one of the cafes airport that morning. So she is saying that they suspect that he's been actually poisoned. Doctors of this hospital are saying that his condition is rather serious, that they did perform tests, and they will present results, though they did not specify when. His spokeswoman says that all of a sudden these doctors are not very cooperative. They did call the police, which is now taking protocols in the hospital itself. The said cafe in which Navalny had this last tea before boarding the plane promised to have their own investigation of what actually happened to, of course, their abilities. At this point, what we know is that he is in a coma, in a very serious condition, and they're waiting results with a suspicion of some sort of poisoning. Калиниченко Анатолий Александрович, заместитель главного врача по медицинской части больницы Кремлевской области. Во сколько, когда, с какими признаками и какого состояния? Могу сообщить, что пациент находится у нас в больнице. Состояние его тяжелое. Находится на аппарате искусственной вентиляции легких, но состояние его стабильное. В настоящее время есть несколько диагнозов, которые исключаются, подтверждаются или находятся в процессе уточнения. Проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований, консультации врачей смежных специальностей, консилиумы и так далее. В течение сегодняшнего дня, я думаю, мы в точности определимся с диагнозом, но, тем не менее, симптоматическое лечение, все, что требуется на сегодняшний день, проводится в полном объеме. Известно, что причиной могло послужить? У нас без отравления, понятно, а чем? Нет, нет никакой уверенности на сегодняшний день, что причиной его состояния является отравление. Это может быть... Естественно, отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния. Но кроме этого, может быть ряд состояний, которые возникли остро и привели к такой же клинике. Мы работаем над всеми, исключаем, подтверждаем и работаем. Более подробно, к сожалению, конечно, я не могу вам сообщить. У нас есть 323 федеральный закон, который запрещает разглашать любую информацию о диагнозе, лечении и так далее без согласия на то пациента. Есть ли угроза жизни? Он в коме? Я не могу вам.